перед нами, то есть перед правительством нашего региона, стоит задача по окончании 21 года ликвидировать всю очередность дошкольных образовательных учреждений. Эту задачу мы решаем комплексно. По нацпроекту «Демография» в прошлом году мы ввели порядка более 1500 мест. Мы не только строим детские сады, мы уже имеющиеся наши помещения, детские сады, которые уже есть, мы их модернизируем, делаем новые места, достаточно, чтобы это было комфортно и гармонично вписывались в те учреждения, которые уже есть.